Корпорация «Новая эра» – единственная в мире государственная компания прямых продаж. За счет бесплатного сырья и космических технологий, предоставленных государством, в компании очень низкая себестоимость продуктов, что позволяет ей значительно увеличить процент вознаграждений дистрибьюторов. Если говорить нашим привычным производственным языком, то на фонд оплаты труда компания отдает 68% дохода. На сегодняшний день ни в одной компании мира нет такого маркетинга с таким высоким уровнем вознаграждения своих дистрибьюторов. В целях повышения своей конкурентоспособности на мировом рынке, быстрого развития и повышения заинтересованности дистрибьюторов работать именно в этой компании, маркетинг объединил все преимущества 40 ведущих сетевых компаний мира. Поэтому «Новая эра» смело заявляет, что ее маркетинг совершенный. Китайская Народная Республика, как государство, разработала маркетинг еще с одной целью – с целью создания гармоничного общества, то есть предоставить возможность зарабатывать не только богатым, но и бедным, слабым слоям общества. Именно поэтому «Новая эра» смело заявляет, что слабые могут развиваться, а сильные могут зарабатывать большие деньги. Маркетинг компании построен по принципу трапеция. Очень большое количество людей зарабатывают. Практически все маркетинг-планы сетевых компаний мира построены по принципу треугольника, где хорошо зарабатывают только верхние лидеры. Известно, что в сетевом бизнесе большинство слабых – 90%, а сильных – только 10%. Поработав в сетевой компании 2-3 года, слабые уходят. Причина – нет денег. Маркетинг «Новой эры» учел это. И это один из важных секретов быстрого развития нашего бизнеса. Слабые могут развиваться. Это утверждение сделано не на пустом месте. Пенсионерам, студентам предоставлена возможность стабильного заработка. Рассмотрим вариант, что вы слабые. Нет опыта работы в сетевой компании, нет навыков деловой активности и так далее. Однако вы взялись за построение своего бизнеса с помощью компании «Новая эра». Прошло какое-то время, и вы накопили в своей структуре 23 тысячи долларов. Заметим, без ограничения времени. При достижении такого рубежа вы автоматически становитесь пенсионером и акционером компании, так как имеете право пожизненно получать 1% от объема своей ветки и объема параллельных веток, которые находятся где-то далеко – в Белоруссии, в России, в Казахстане, в Украине и так далее. Благодаря такому низкому уровню объема, после которого человек начинает получать пожизненные выплаты от государственной компании, масса людей может зарабатывать и передавать свое право на доходы по наследству. И эти люди не уйдут из компании, а в вашей структуре обеспечен стабильный бизнес. С этой точки зрения, «Новая эра» – это объединение пенсионеров всех стран. В компании «Новая эра» сильные могут зарабатывать большие деньги. То есть сетевики и бизнесмены могут строить серьезный бизнес. Предположим, вы вошли в мировой бизнес компании и вы сильные. Независимо за какой промежуток времени, накопили 73 тысячи долларов в своей структуре. Вы имеете право получать 2% от общего мирового объема компании. В 2011 году, когда компания впервые вышла на мировой рынок, она получила доход в 555 миллионов долларов. В 2012 году оборот вырос до 700 миллионов долларов. Своим лидерам компания выплатила 2% от оборота. Это 14 миллионов долларов. Через 6 лет, к 2020 году, правительством Китая поставлена задача достичь оборота в 10 миллиардов долларов. Из них на вознаграждение будет выплачено 200 миллионов долларов. Когда лидеры зарабатывают большие деньги, это гарантия надежности бизнеса. И с этой точки зрения «Новая эра» – это объединение сетевиков всего мира. Рассмотрим вознаграждение, которое вы сможете получать.
Маркетинг-план корпорации «Новая эра» отличается простотой и совершенством. Карьерный рост разделяется на три условных этапа – этап старта, лидерский этап и звездный этап. На этапе старта, когда вы будете приглашать людей в ваш бизнес, то вам будет выплачиваться 20% от первой закупки приглашенного. Один ваш приглашенный партнер вложит 8 тысяч рублей, другой сделает заказ на 10 тысяч, третий на какую-то другую сумму. Важно понимать, что сумма вознаграждения не ограничивается и выплачивается от общей суммы первого вклада ваших приглашенных людей. Нет обязательств по количеству приглашенных, нет сроков по приглашению. Те, кто настроен быстро вернуть свои вложенные в мировой бизнес средства за счет приглашения первых 6 партнеров, уже получат вознаграждение как минимум в 9 тысяч рублей. Второе вознаграждение на этапе старта – за объем продаж. Это до 22% от товарооборота. Не будем сейчас рассматривать все нюансы этого вида вознаграждения, так как для этого разработана специальная таблица, и мы разбираем ее на занятиях с дистрибьюторами. Только сделаем акцент на наиболее важных моментах. Пригласили 6 человек и получили первый бонус за приглашение в 9 тысяч рублей. Все. Теперь только работа со своей командой и получение второго вида бонуса за объем продаж. Помогайте своим партнерам повторить самого себя, свои действия, то есть сдублировать вас. Помогли первой линии повторить свои шаги? Ваш суммарный доход на этом этапе уже более 25 тысяч рублей. Товарооборот в корпорации «Новая эра» накопительный, никогда не аннулируется. Все три этапа бизнеса включают по 5 ступеней, без дополнительных условий при переходе со ступени на ступень. Аттестация мгновенная. Степень ваша всегда будет только повышаться. Все вознаграждения только из объема накопленного товарооборота. После достижения 5 ступени на этапе старта происходит автоматический переход на этап лидерский. Здесь тоже два вида вознаграждения. До 20% за расширение и развитие и за руководство с бонусом до 4% от общего товарооборота по СНГ. Вознаграждение за расширение и развитие определяется по специальной таблице. Выплачивается дистрибьютором с 6 по 10 ступени. Когда вы подниметесь на 6 ступень, то на 4 поколения в глубину распределяются 13,2% от товарооборота структуры. Максимальные 20% от товарооборота команды получает дистрибьютор 10 ступени. Охватывает товарооборот до 12 поколений в глубину. Мы не будем здесь подробно рассматривать процесс начисления данного вознаграждения, поскольку еженедельно все тонкости маркетинг-плана рассматриваем на уроках внутренней школы. Важно понять, что достаточно иметь 6 веток, достигших 5 степени на старте. Мы условно называем таких партнеров пятерочками. Квалификация на лидерском этапе производится по наличию пятерок в разных ветках. Поэтому с самого начала, привлеченным в первый ряд 6 партнерам, на этапе старта помогаем достичь 5 степени, то есть растим под собой пятерки и получаем вознаграждение с объема этих пятерок до 12 поколений в глубину. На лидерском этапе мы занимаемся развитием структуры. Мы ничего не продаем. Мы работаем со своей командой. Вы уже небольшой руководитель. Именно этим примечателен маркетинг-план. Суть его можно выразить одной фразой. Стань пятеркой, а дальше помогай другим становиться пятерками, и будет тебе счастье и финансовый успех. Это все, что нужно понять и делать. Откроем еще один секрет быстрого роста в компании «Новая эра». Большую помощь на этапе старта окажет правило компрессии. Если среди вашей структуры появится партнер, который раньше вас дойдет до 5 ступени,
то все вышестоящие его наставники автоматически поднимаются до этой же ступени. И даже более того, все вышестоящие над ним наставники, а значит и вы, автоматически становитесь не просто пятеркой, а переходите на шестую ступень, то есть переходите на лидерский этап. Те, кто знаком с сетевым бизнесом, понимают, что для присвоения квалификации в государственной корпорации «Новая эра» работает классический линейный маркетинг, который присутствует у всех топовых компаний мира. И выше мы рассмотрели виды вознаграждений, которые в принципе есть во многих компаниях. Просто в компании «Новая эра» они распределены более человечно, более эффективно и наиболее привлекательны для дистрибьюторов. А теперь рассмотрим вознаграждения, которые тоже встречаются в сетевых компаниях, но довольно редко. Это по достоинству будет оценено теми, кто уже знаком с сетевым бизнесом и попробовал достичь каких-то высот. Уже на лидерском этапе мы начинаем участвовать в распределении 4% от объема реализованной на территории СНГ продукции. Это вознаграждение позволяет вам получать доходы от объемов, которые ни вы, ни ваша структура не создавали. Это стабильный, постоянный доход, который легко достичь вам и вашей команде. Это вознаграждение вы получаете до конца своей жизни и имеете право передать по наследству. Мы уже говорили, что 90% слабых партнеров в корпорации «Новая эра» могут развиваться и иметь стабильный пожизненный доход. Достичь этого уровня очень просто. Как только в вашей структуре появилось две веточки с пятерками, а общий доход всей вашей структуры достигнет 23 тысяч долларов, то вам автоматически присваивается седьмая степень. Мало того, вы автоматически становитесь пенсионером и акционером компании, так как заработали свой первый постоянный ежемесячный доход в размере 1% от товарооборота по СНГ. Удалось вырастить 3 пятерочки в своей структуре? Поднимайтесь еще на одну ступеньку выше, то есть получите восьмую степень и право на распределение 2% от объема СНГ. Появится четвертый партнер пятой степени, вы уже девяточка, и в вашем кармане пожизненный доход до 3% от объема СНГ. Вершиной для этого уровня этапа и бонусов 4% от объема СНГ является десятая степень, где вам удалось помочь пятиветкам стать пятерочками. Итак, это мы рассмотрели два этапа, когда слабые могут развиваться. Поработали и стали лидером. Занимались своими подчиненными, воспитанием своей команды. Заметьте, ничего не продавали. Мы лишь однажды вошли в мировой бизнес и, поделившись информацией по вашему примеру, сделали то же самое 6 человек. А за ними повторили следующие партнеры по 6 человек. И вот у вас уже довольно серьезный бизнес с коллективом в 320-350 человек. А теперь рассмотрим третий этап – звездный. Он точно так же состоит из 5 ступеней. Это этап, где сильные могут зарабатывать большие деньги. Надеюсь, что уже есть понимание. Это те ваши люди в структуре, которые прошли первый этап, то есть побывали пятерками, а когда прошли 5 ступеней второго этапа, то это уже десятки. Максимальное количество веток все те же 6. На звездном этапе квалификация ведется по количеству десяток в разных ветках, то есть по количеству тех, кто достиг верхней ступени лидерского этапа. На этом этапе мы зарабатываем звезды и участвуем в распределении 2% мирового оборота. Это пятое вознаграждение по представляемому маркетинг-плану компании «Новая эра». Когда вы накопительно со своей структурой создадите товарооборот более 73 тысяч долларов, вы начинаете делить уже очень большие суммы вознаграждения до 2% от мирового товарооборота компании «Новая эра». Кроме того, предусмотрены дополнительные бонусные программы, такие как обучение за счет компании в Пекине, в Чинхуа,
где обучается все правительство Китая, или в Гарвардском университете. Для того, чтобы принять участие и делить 2% от товарооборота всего мира, вам достаточно иметь структуру всего лишь в 1800-2000 человек. Это очень простой, легко дуплицируемый и выполнимый маркетинг-план. Взывая к опыту сетевиков, которые знают, что в других компаниях, чтобы начать получать такой доход по СНГ, от другого государства, от других структур, необходимо будет создать товарооборот от 2 миллионов долларов. Получается, что маркетинг-план новой эры почти в 100 раз проще. И еще один суперважный момент. Если человек в прочих компаниях все-таки смог достичь такого высокого уровня, то накопленной в бэк-офисе суммой он может воспользоваться крайне ограниченно. Чаще всего предлагается закупить дополнительную продукцию, завести склад, либо потратить деньги на поездки и семинары компании. В новой эре 25 числа каждого месяца вознаграждение выплачивается наличкой в офисе или при наличии соответствующего заявления эти деньги будут пересылаться на расчетный счет, указанный в этом заявлении. Таким образом, нам есть с вами куда стремиться. В седьмой степени дистрибьютор начинает получать процент от оборота параллельных, не принадлежащих ему веток. Даже при потере всей своей структуры он будет получать стабильный пассивный доход. Для того, чтобы не просто восстановить здоровье с этой компанией, а еще и иметь возможность зарабатывать, помогая восстанавливать здоровье среди своих близких, родных, знакомых, вам нужно будет зарегистрироваться. Сама регистрация бесплатная. Вы можете сразу после просмотра данной презентации обратиться к человеку, который вас пригласил, и оформить регистрационную карту. А вот если решили зарабатывать, то вхождение в бизнес всего лишь 220 долларов или 1100 баллов. Можем уверенно заявить, что более человечного маркетинг-плана вы не встречали еще ни в одной компании мира. Нет никакого давления, никакого подтверждения квалификации, никаких сроков. И есть возможность получать стабильный пожизненный доход с правом наследства. Не упускайте свой шанс. Приходите в компанию прямо сейчас.